Привет! Сегодня на распаковке у нас три мелких пакета. Вами нелюбимый винт для камеры GoPro, посланный почтой Гонконга вот в таком пакетике. Вот. Был куплен на аукционе за 77 рублей. Повторюсь, он из алюминия. В пути находился 22 дня. Вот, давайте вскроем, посмотрим. Хоть они вам и надоели, но я думаю, вот я что-то порезал уже. Так, пакет пустой. Я, наверное, последний винт себе заказал, потому что... Так, это что у нас? Это инвойс. Это ничего интересного. Так, вот так запаковал продавец. Винт очень тоже странно как-то шел. Он сначала отслеживался, потом резко исчез и появился буквально в России. Я думал, то есть он вообще не придет. То есть у меня отслеживание было там в почту доставлено и все. Вот такой вот винт. Я решил попробовать алюминиевый заказать. Блин, холодный он. Так, здесь вот резиновое кольцо. Опять с гаечкой. Вот такой вот. Сейчас посмотрим, без вспышки будет видно. Ну, обычный винт, только из алюминия. Правда, если кто пользуется ключами, то есть ключи не подойдут, там четырехгранные ключи. Ну, как вот вариант. Решил попробовать. Этот должен быть понадежнее винт, чем остальные. Вот эта посылка. Трек-номер не знаю. Не было. Написано холдер. Защелка. Продавец отправил как озер. Но, посветив его на солнышко, я понял, что и на ощупь, что это батарейка. У меня, я заказывал только одну батарейку. Это для айфона. Вот. Для третьего шла 30 дней. Это не аукцион, это было куплено. Но, когда был заказ, там указано, что помимо батарейки, еще будет комплект инструментов. Но комплекта здесь нет. Поэтому давайте вскроем и посмотрим. Да, это батарейка, как видите. Нету комплекта. Так, батарейка заявлена 1600 миллиампер. Так, сейчас скроем. Продавец без пупырки, без всего просто положил, хотя просили. Сейчас, секунду. Вот. Вот такая батарейка. 1600 указано. Вот. Ну, не знаю, это человек попросил, будет сам вклеивать, здесь двухсторонний скотч. Но насчет комплекта отверток и присоска, там комплект отверток, присоска, расщельник вот этот пластмассовый. Этот набор стоил 50 рублей, не знаю, почему он его не положил. Будем разбираться. И вот самый мелкий пакет. Здесь находится два ремешка для часов. Жена у меня просила заказать вот на часы ремешки.
Здесь они у нас 400 рублей стоят, 150 в зависимости там от качества. Но я думаю, здесь вот качество такое же, как вот за 150-200. Вот. Здесь были куплены. Я просил продавца 26 рублей 18-миллиметровый, если он положил. И 22 28 рублей. Выигранный в аукционе. Но вот этот продавец, я у него заказывал раза 4 часы, ни разу не прислал. То есть я думаю, он просто их выставляет и просто как-то, ну, мошенник, наверное. Потому что он присылает только вот такие вот мелкие пакеты. Вот. Поэтому я открыл два спора по часам. Он сначала писал, что типа все нормально, все идет, ты не волнуйся. Вот. Пакет пустой. Но, как правило, товар не доходит. Вот я сейчас открыл спор по перчаткам тактическим. И они, как выяснилось, идут все-таки. Сначала мне продавец дал трек-номер не отслеживающийся. Вот, сейчас посмотрим. То есть здесь 22. Вот здесь написано даже 22. Так, здесь уже черного цвета написано тоже 22, хотя писал 18. Короче, у меня теперь 22-х. Это вот на эти часы, они уже, я уже здесь поменял. По-моему, видео было. Вот еще раз прислал. Ну, короче, бестолковый продавец. Не рекомендую у него покупать. Аферист какой-то. И по перчаткам. Сегодня мне вернули деньги за перчатки. И, как оказалось, я правильно сделал, что открыл спор. Потому что вроде бы почтовое отделение мое, а, как оказалось, фамилия указана не моя. Так что вот такая вот распаковочка сегодня. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!